Когда ему сравнялось 60, мой отец, фараон Рамсес II, понял, что дни его клонятся к закату. Он отправился в храм Абу-Симбел просить бога Амон-Ра продлить его правление. Для своей молитвы фараон выбрал тот единственный миг, когда солнце проникает в самую глубину храма. Славься, Амон-Ра, владыка престолов двух царств, живущий в Карнаке. Прибыл к тебе Узерма-Атра Сетепен-Ра. Сердце твое мне даруй, уши твои мне суди. Даруй мне свою милость, продли дни моей жизни. И Бог ответил ему: ты будешь править до сезона Ахет твоего 80-го года. Но для этого ты должен возвести обелиск, величайший каменный монолит всех веков, до прихода сезона Шему. Лишь один архитектор во всем Египте, Пассер, способен был совершить это. Работы начались, но вскоре стали происходить странные события. И фараон, отец мой, поручил защиту обелиска молодой волшебнице.
Расследование я начну с того, что поговорю с архитектором Пассером. Здравствуй. Мне нужно встретиться с архитектором Пассером. Где я могу его найти? Изволь доложить Джеру, управителю строительства под началом великого Пассера, какова твоя должность? Разумеется, о великий Джер, управитель строительства. Мое имя Майя, я дочь верховного жреца Геремена. Я здесь по поручению фараона. Ты можешь доказать, что тебя прислал фараон? Вижу практичный разум. Что за радость видеть посланницу нашего фараона, любимца богов? Не будешь ли ты столь любезен указать мне, где я могу найти великого Пассера? Конечно, разумеется, это совсем не сложно. Он в доме жреца, а это единственный дом с изукрашенной притолкой. Спасибо, Джер. Ты привез меня сюда. Можешь ли теперь вновь взять меня на борт? Да. Куда ты хочешь плыть? Я еще не знаю куда, но вскоре вернусь к тебе. Вижу разум простеца.
На этом картуше имя Рамсеса. На этом картуше. На этом картуше. Здесь не хватает картуша. На этом картуше имя Амон-Ра. Это Наос. Я в самом сердце храма. Бесполезно. Бесполезно. Бесполезно.
В эту нишу поместится полный картуш. В эту нишу... Вижу практично. Да-да, мы рады видеть посланницу фараона. Знаешь, что такое субординация? Так вот, сначала поговори с пассером. Знаешь, что такое... Да-да, мы рады видеть посланницу фараона. Да-да, мы рады. Напомни, пожалуйста, где мне найти пассера? Разумеется, во дворе, где живут жрецы, за дверью с изукрашенной притолкой. Если заблудишься, спроси дорогу у изготовителей кирпичей.
сэр, не здесь. У этого дома притолока не изукрашена. Здравствуй. Мне нужно встретиться с архитектором Пассером. Где я могу его найти? Ты кто такая? Зачем тебе управитель великого строительства? Мое имя Майя. Сам фараон прислал меня с инспекцией ведущихся здесь работ. Вот как? И чем ты докажешь, что тебя прислал сам фараон? Ах, печать фараона! Да будет исполнена воля нашего любимого владыки. Если хочешь знать, меня это все не удивляет. Прошлой ночью мне приснилось, что всего меня охватило пламя. Можешь сказать, где мне найти Пассера? Он в доме жреца, первый двор направо. Там еще над дверью изукрашенная притолока. Только знаешь, после того случая он очень плох. Благодарю тебя. Да знаю я, что тебя прислал фараон. Думаешь, забыл? Напомни, пожалуйста, где мне найти Пассера? Первый двор направо, дверь с изукрашенной притолокой. Вот и дом Пассера. Бесполезно.
Надо встать рядом с пасером. Добрый день, пасер. Я Майя. Меня прислал фараон. Тебя, должно быть, предупредили, что я приду. Конечно, Майя. Добро пожаловать. Я хорошо знал твоего отца, Геремена, и вполне тебе доверяю. Я слышал, он передал тебе свое магическое искусство. Чем я могу тебе помочь? Можно мне осмотреть стройку и задать рабочим несколько вопросов? Конечно, все, что хочешь. Только показывай им печать фараона, чтобы они тебе поверили. Можно тебя кое о чем спросить? Разумеется. Что тебя интересует? Расскажи о том случае, когда ты пострадал. В храмовом зале с лесов упал камень. В жизни не видел ни таких неуклюжих рабочих, ни таких скользких камней. Фараон очень обеспокоен. Без тебя возвести обелиск не удастся. Я пытаюсь собраться с силами, но, увы, не могу подняться. Может ли кто-нибудь из архитекторов тебя заменить? Фараон ни одного такого не знает. К сожалению, я единственный обладатель всех необходимых знаний. Мне сказали, что тебя не может вылечить ни один врач. Так и есть. Все попытки оказались тщетны. Меня пожирает какой-то неведомый огонь. Спасибо, пасер. Я нашла в храме обломок стертого картуша. Любопытно. Покажи мне. Что ты думаешь о происшествиях на стройке? Ай, не знаю, что и думать. Я принес все обычные жертвы Амон-Ура. Будет ли тут все готово к установке обелиска в честь Амон-Ура до наступления сезона Шелу? Те, кто здесь работает, умеют украшать храмы, но обелиск далеко за пределами их способностей. А твоему помощнику не хватит опыта установить обелиск? Обелиск огромен. Никто, кроме меня, не может и пытаться его поставить. Я единственный, кто хорошо знает книгу, упавшую с небес, и тайны строителей Ра. Если ты не возведешь обелиск, как повелел фараону Амон-Ра, фараон умрет. Я знаю. И при мысли об этом теряю последние остатки сил. Спасибо, пасер. Что ты думаешь о происшествиях на стройке? Ай, не знаю, что и думать. Я принес все обычные жертвы Амон-Ура. Спасибо, пасер. Теперь отдыхай. Это обломок картуша с магическим именем, но его не прочесть. Это обломок... Думаешь, дар ясновидения позволит мне увидеть то, что не узрели величайшие из жрецов? Думаю, да, Майя. Кажется, я чувствую в тебе божественную силу. Прошу тебя, сделай так, чтобы несчастные случаи прекратились.
Ты полагаешь, что у меня хватит на это сил? Фараон избрал тебя, потому что ты чиста. Он не может довериться ни родственникам, ни жрецам, ни магам. У него много завистников. Теперь отдыхай. Вижу божественное знание. Вижу божественное знание. Бесполезно. Это обломок картуша с магическим именем, но его не прочесть. Вижу божественное. Расскажи о том случае, когда ты пострадал. В храм. Спасибо. Что ты... Я нашла в храме обломок стертого картуша. С ума сойти! Повсюду обломки барельефов валяются. Я тоже один нашел, и в храме Амон-Ра ему делать нечего. Ну вот, забирай, если ими так интересуешься. Два обломка подходят друг другу. Кто бы мне помог их скрепить? Можно мне тебя кое о чем спросить? Слушай. Ты не мог бы соединить эти две половинки картуша? Мне некогда. Спроси еще кого-нибудь. Что ты знаешь о недавно случившихся происшествиях? В качестве смотрителя я осведомлен обо всем происходящем. Тут много что случилось. Катастрофа! А какова причина этих происшествий? Причина? Не имею представления. Это пастор пусть разбирается. Он и жрец, и архитектор, а я простой десятник. Ты видел, что произошло с пастором? Да-да, здесь все и было, в этом зале. Рабочий уронил с лесов каменный блок, а потом и сам свалился. Увы, разбился насмерть. Благодарю тебя. Ты не замечал на стройке ничего необычного? Необычно? То, что больше руководить работами некому. И все приходится делать мне самому. Амон-Ра слишком многого от нас хочет. Мы никак не закончим строительство вовремя. А что говорят рабочие? Рабочие, как всегда, рассказывают байки о проклятии. Лишь бы не работать. Благодарю тебя. Спасибо, Джер. До свидания.
Ты не мог бы соединить эти две половинки картуша? Запросто. Думаешь, это спасет от проклятия? Дай их мне. Ты не мог бы... Запросто. Вот, ты дала мне две половинки картуша, я их склеил. Можно мне тебя кое о чем спросить? Конечно. Что ты знаешь о недавно случившихся происшествиях? Что я о них знаю? Да я же их и предсказал. Мне приснилось, что тут все горит. А какова причина этих происшествий? Причина? Понятия не имею. Знаю только, что я их предсказал. Ты видел, что произошло с пассером? Нет. Мне повезло, я кирпичи делаю, на меня камни не падают. Только без пассера обелиск никогда не построят. Это я точно скажу, как во сне видел. Благодарю тебя. Ты не замечал на стройке ничего необычного? Необычного? Ха-ха, необычного? Да нет ничего. Все рушится, начальник при смерти, фараон тоже скоро умрет. А так нет ничего необычного. А что говорят рабочие? Они меня и слушать не желают. Думают, что дело просто в неудаче, и все можно исправить амулетами. Но это же конец Египту, все царство рухнет. Благодарю тебя. До встречи. Я запустила какой-то механизм, а картуш, который я поместила в Наусе, похоже, скреплен заклятием. Он не вынимается. Это вход в склеп, но там слишком темно. Можно упасть. Заперти. Обелиск разрушен. На Египет пала засуха. Фараона ждет гибель. Боги показали мне, что случится, если обелиск не будет возведен. Я должна сделать все, что могу, чтобы это зловещее пророчество не сбылось.
Бесполезно. Ничего не вижу.
Это Наос. Я в самом сердце храма. Бесполезно. 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 Таинственный картуш невозможно вытащить. Похоже, он скреплен заклятием. Факел потух. Что ты скажешь об этих предметах? Я же не жрец, я в этом мало что понимаю. По мне так все в порядке. Ты знаешь, что в Наосе есть дверь в склеп? Я ее открыла. Так дело не пойдет. Склеп невозможно, да и нельзя открывать. Там хранятся магические предметы, оберегающие храм. Поверить не могу. Я чуть не осталась в склепе. Сущий хаос! Вот что бывает, когда архитектора нет на месте. Спасибо, Джер. До свидания. Вижу практичный разум. Ты знаешь, что в Наосе есть дверь в склеп? Я ее открыла. Вскрывать склеп нельзя. Там хранятся драгоценные предметы, заложенные под краеугольный камень храма. Склеп — основа всего здания. У меня было видение. Один из предметов, заложенных в основании храма, проклят. Что ты видела? Я коснулась его и вдруг увидела обелиск разбитым. А фараона умершим. Значит, на нем страшное заклятие. Покажи мне его. Теперь отдыхай. Что ты скажешь об этих предметах? Я нашел среди них фрагмент амулета, которого при основании храма Амона-Ра никто не закладывал. У меня было видение. Амулет содержит проклятие. Он должен был разрушить храм Амона-Ра. Повезло нам, что ты способна видеть незримое и убрала его из храма. Теперь он больше не опасен. Я видела, как в разрушенный храм врывается вихрь красного песка. Увы нам,
Это ужасное предсказание. Твой дар провидения могуч. Только ты поможешь нам избежать беды. Но как амулет мог попасть в склеп? Это очень серьезно. Какой-то могучий маг, то ли человек, то ли дух, подложил опасный предмет в основание храма. Благодарю за совет. Мне нужен твой совет. Я вставила в нишу картуш и открыла вход в склеп, но теперь я не могу его оттуда вынуть. Его нужно очистить специальным заклинанием. Оно его разрушит. Мои магические силы ограничиваются ясновидением. Верно, ты не жрица, но ты достойна узнать этот обряд. Возьми магический кувшин и произнеси перед склепом эти слова. Сим приношением да очистишься. Когда закроешь склеп, возвращайся ко мне. У меня для тебя есть важное задание. Сим приношением да очистишься. Таинственный картуш уничтожен. Теперь надо опять закрыть склеп. Склеп снова заперт. Теперь скорее к пассеру. Факел потух.
Я заперла склеп. Спасибо, Майя. Благодаря твоему праведческому дару проклятие с храма снято. Но злые силы еще не повержены. Я по-прежнему слаб, а ведь нужно возводить обелиск. Что за задание, о котором ты говорил? Ты должна доставить документы, касающиеся строительства, в каменоломню Асуана, моему помощнику Уни. Тогда он справится без меня. Что это за документы? Они очень важны. Я записал в них все, что знаю о том, как высекать обелиск. Но о том, как его устанавливать, не успел. Где находятся документы? В моей мастерской. Этот камень поможет тебе. Они спрятаны за Имхотепом. Имхотеп. Уни. Асуан. Вижу божественное знание. Можешь отвезти меня к каменоломням Асуана, туда, где высекают гигантский обелиск? Конечно. Вот я и в Асуане. Надо найти Уни, помощника Пасера. Я еще не знаю куда, но вскоре вернусь к тебе.
Вижу осла. Вижу осла. Здравствуй, я Майя, дочь Геремена, посланница фараона и Пасера. И что тебе нужно? Скажи мне, где найти Уни, помощника архитектора? Я и есть Уни, помощник архитектора Пасера. Так и есть. Кажется, я тебя узнала. Я видела тебя в песчаном вихре. В каком еще вихре? У тебя бывают видения? Нет. Не обращай внимания. Я принесла тебе очень важные документы. О, давай их мне! Вижу добрую душу. Эти записи позволят нам закончить обелиск и погрузить его на баржу. Да. В них все тайны Пасера. Он поручил их мне перед тем, как потерять сознание. Я знал, что он болен, но если он теряет сознание, значит все еще серьезнее. Египет и фараон в опасности. Если только моя жена придумает, как вылечить Пасера. Но нет, теперь все бесполезно. Почему? Ну, увы. Прочности инструментов не хватает, чтобы колоть гранит. Они ломаются. Перед шатром лежит кусок гранита. Попробую его поколоть долеритовым шариком. Ну, увы. Ну, увы. Перед шатром лежит кусок гранита. Что это? Бесполезно. Если я возьму этот свежий помет, то вся измажусь. Бесполезно. Перед шатром лежит кусок гранита. Попробую его поколоть долеритовым шариком. Вижу дом.
Бесполезно. Перед шатром лежит куст... Я всего лишь лодочник. Я еще не знаю, куда. Бесполезно, бесполезно. 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 Эти инструменты недостаточно прочные, они крошатся о гранит. Бесполезно.
Бесполезно. Бесполезно. Видишь? Инструменты крошатся, будто глиняные. Видишь? Ой, лучше не надо так делать. Видишь? Может быть, инструменты можно как-то починить? У меня есть папирус, в котором все рассказывается о Делерите. Там может оказаться какая-нибудь подсказка, но вот беда. Я его куда-то затерял. Где же этот папирус? Клянусь, я не выносил его из дома, но найти не могу. Наверняка дело в черной магии. Вы пользуетесь чем-то вроде каменных молотков? Да. Это шары из застывшей лавы, Делерита. А почему же они ломаются? Я не знаю. Тут какая-то загадка. Я 10 лет работаю, никогда такого не было. Значит, обелиск не будет вовремя готов. Не будет. Инструменты ломаются, рабочие сидят без дела и без платы, так что к ним лучше не подходить. Так они злы. Можно я сама поищу этот папирус? У меня хорошо получается находить то, что потерялось. Поищи, если можешь. Если ты его найдешь, это будет настоящее чудо. Спасибо, Уни. До свидания. Иди ко мне в дом. Там будет моя жена Туя. Она ищет лекарство для Пассера. Для меня большая честь встретить великую целительницу Тую. Колоцинт. Колоцинт. Бесполезно. Бесполезно. Колоцинт, колоцинт. Thank you.
Усок Охры. Усок Охры. Кувшин, кувшин. Кувшин. Терпентин. Здравствуй. Кто ты? И чего желаешь от целительницы Туи? Здравствуй. Я Майя, дочь Геремена, посланница фараона и Пасера. Я знавала твоего отца, великого мага. Что я могу для тебя сделать? Твои таланты ведомы всему Египту. Можешь ли ты найти лекарство для Пасера? Уни говорил о его болезни. Думаю, я смогу его вылечить. Сколько времени тебе понадобится? Несколько дней. Что мне теперь сделать? Сотвори заклятие переноса. Докажи мне, что в твоих жилах течет кровь целителей. Если это так, ты сумеешь исцелить Пасера? Как пользоваться этим заклятием? На этом льняном платке символы переноса. С его помощью можно избавить человека от болезни, перенеся ее. Ты знаешь, где лежит папирус, в котором говорится об инструментах для работы по камню? Уни все вечно теряет. Он хороший, но такой рассеянный. Ты знаешь... Уни все... Что я должна... Сотвори заклятие переноса. Как пользоваться этим? На этом льняном платке... Я скоро вернусь. Без разрешения Туи входить в кладовую нельзя. Что я должна буду... Сотвори заклятие переноса. Докажи мне, как пользоваться. На этом льняном платке символы... Я скоро вернусь.
статуя поручила мне исцелить кого-нибудь заклинанием переноса. Удачи, юная волшебница! Да будет Укхеду изгнан из твоего тела! Да будет Укхеду изгнан из твоего тела. Прими сию жидкость от Сета. Замечательно. Я здоров. Ты великая волшебница. Хорошо. Теперь я могу вернуться к Туе. Я узнала, что ты вылечила Уни. Это чудесно. В твоих жилах течет кровь целителей. Я приготовлю лекарство, и ты сумеешь исцелить Пассера. Сколько времени тебе понадобится? Чтобы приготовить лекарство, мне нужно отправиться в Гелиополь и посоветоваться с великим магом Неферка. Меня не будет несколько дней. Приходи, когда я вернусь. Можно я сама поищу этот папирус? У меня хорошо получается находить то, что потерялось. Смотри. Но будь осторожна. У меня здесь много опасных ингредиентов для разных зелий. До свидания, Туя. Я была очень рада встретиться с подругой моего отца. В знак нашей дружбы я хочу подарить тебе заклятие гипноза. Как пользоваться этим заклятием? Чтобы, скажем, загипнотизировать меня... Ты должна будешь изогнуться, как кобра, и сказать: «Замри, Туя, пламя богини Некбет да обратит тебя в камень». Благодарю тебя. Да хранит тебя Сехмет. Яд распространяется по моему телу. Надо вылечиться. Лекарство придется готовить из того, что есть в доме. Туя уже ушла, она не сможет мне помочь. Клацинт.
Уни ушел. Загипнотизировать можно только человека. Кувшин. Бесполезно. Этой ступке, наверное, там. Папирус о долеритовых инструментах. Это не входит. В этой ступке, наверное, толкут ингредиенты. В этой ступке, наверное, толкут ингредиенты. В этой ступке. Лекарство придется готовить.